Знаете ли вы, что такое тахограф? Это специальное контрольное устройство в автотранспортных средствах. Оно определяет скорость автобуса, режим труда водителя и сколько он отдыхал. Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники администрации городского округа Щелково вместе с представителями регионального управления административно-транспортного контроля, а также инспекторами ГИБДД проверили автобусы и маршрутки в Щелково-7. Помимо тахографов, инспекция осмотрела платежные терминалы на предмет неисправности. За обнаружение этих и других технических нарушений предусмотрен штраф. Если это по линии ГИБДД принимает решение само, составляет административный протокол, соответственно, мы с ним знакомимся. Если это управление регионального административно-транспортного контроля, у них свои полномочия, у них свои санкции, то же самое, в рамках административного кодекса. Помните, если терминал в автобусе не работает, то никаких переводов онлайн на банковскую карту водителю делать не нужно. В такой ситуации пассажир имеет полное право проехать бесплатно. А если в автобусе или маршрутке не работает тахограф, то штраф в размере 3000 рублей получит водитель, который должен проверять исправность устройства перед каждой поездкой, а также юрлицо, транспортная компания. Также в мероприятии приняли участие волонтеры, которые помогали раздавать гражданам листовки с правилами дорожного движения. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.